Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы смотрите онлайн-конференцию телеканала «Санкт-Петербург» ВКонтакте и на сайте www.topspb.tv. Мы находимся в прямом эфире в Малом драматическом театре, Театре Европы. И сегодня мы будем разговаривать с художественным руководителем этого театра Львом Абрамовичем Дудиным. Повод у нас замечательный. В театре вот прямо сейчас у нас 20:00, и уже ровно час играется премьера спектакля под названием «Страх, любовь, отчаяние». Это не просто газета, это программка этого спектакля. И у Льва Абрамовича в первую очередь хотела бы спросить вот о чем. Во-первых, я бы хотела вас поздравить с этой премьерой, потому что я посмотрела ее на генеральном прогоне и очень впечатлена. Мне кажется, такого сильного спектакля очень давно не видел наш город. Серьезно? Да, честное слово. Сколько премьеры еще только идет, то... Ну, предварительно, так как спасибо. Мы 8-го мы уже посмотрели полноценный генеральный прогноз. Ну, мы все, естественно, волнуемся. Так что вот, здравствуйте, Лев Абрамович. Очень рада с вами разговаривать именно по этому поводу. И, конечно же, первый вопрос, откуда такой выбор? Почему именно Брехт сегодня в России? Ну, вы знаете, любые объяснения задним числом всегда умнее, чем импульс, потому что задним числом мы всегда можем все объяснить. Но так как-то получилось, значит, так получается вдруг, когда ты начинаешь почему-то думать о какой-то одной истории или о каком-то одном драматурге. Я люблю вообще, любил всегда пьесу «Разговоры беженцев». Собственно, даже непонятно, некоторые считают ее не пьесой, а просто прозой, некоторые считают ее своего рода теоретической работой. Ну, это такие платоновские диалоги, что ли. А, в общем, такая концентрация брехтовского взгляда на современный ему мир, на безумный мир, как говорится, в пьесе, в нашем спектакле. Кажется, что в какой-то момент весь мир охватила какая-то судорога, и никто не может понять, почему. Вот мне всегда все эти размышления очень казались интенсивными, актуальными и задевали. А тут вдруг вот возник момент, когда я понял, что вот этими рассуждениями вообще театр не самый рассуждающий, что называется, да? То есть мы рассуждаем, не самый рассуждающий, но мы, как бы сказать, все-таки так считается, предпочитаем эмоции, которые заставляют рассуждать. Брехт немножко другое. Брехт, рассуждая, вызывает, на мой взгляд, огромные эмоции. Хотя здесь всегда есть проблема, потому что некоторые считают его слишком эмоциональным, и он становится скучным. Некоторые считают его слишком театральным, он становится эксцентричным и довольно пустым. А вот найти эту золотую середину очень трудно. И другая пьеса, которая тоже маячила у меня все время, одно время даже хотели заняться на малой сцене, и это «Страх, отчаяние, Третьей империи». Опять же, как сказать, уже драматургические впечатления Брехта. Ну, конечно, эпохи ему современной, но это эпоха торжества и буйства фашизма, торжества и буйства судороги, которая охватила мир, судороги потребности величия, судороги потребности уверенности в том, что это величие можно завоевать, и что вообще величие в завоевании. Сегодня, знаете, это так все объяснения относительны, но сегодня чувствую, что мир тоже в какой-то судороге, в разных концах Европы, как пишет опять же Брехт, появились разного рода великие люди. Сегодня мы тоже живем в эпоху опасной возможности торжества тоталитаризма, национализма, нацизма, любого фундаментализма. Иногда мы это не всегда ощущаем. Иногда нам кажется, что это только где-то
в другом месте. Но ведь мы живем все в одном мире, и все болезни на самом деле общие. И так же, как многим всегда казалось, и иногда сегодня кажется, меня вот спрашивают, ну зачем Брехт, это историческое все дело, что он пишет о своем времени. Но всякий большой драматург, когда пишет о своем времени, он пишет, конечно, о всех временах. Тем более, что Брехт не в меньшей степени философ, чем драматург. Мне вообще кажется, что он очень транспонируется на сегодняшний день. Настолько, настолько явно, что даже страшно. Ну, хотелось бы поменьше. Ну, да, да. Как бы сказать, как раз не хотелось бы пугать, но как-то тут выражаются чувства, тут, как быть, мысли мыслями, но вообще выражаются чувства, которые испытываешь. Угу. Последние 3 года я этим занимался, но не репетировал. Сначала как-то сочинялась пьеса, история, как композиция, а параллельно возникал Гамлет, и вот так. Я даже какой-то момент задумывался, что раньше сделать, потому что казалось, что это важнее, а потом казалось, что Гамлет все-таки общее. Ну вот получилось почти рядом. Но я еще говорю, это возникает ощущение, что это необходимо. Ты потом уже о себе даешь отчет, почему. Просто тебе вдруг кажется, что это про тебя, про сегодняшний. Про сегодняшний день относительно понятно, про всякий день. А мы все-таки живем не только в сегодняшнем дне, мы живем во всяком дне. Во мне было страшно поднимать все эти темы, которые были подняты в этом спектакле. Потому что я после просмотра написала в Фейсбуке пост про этот спектакль, про то, что очень серьезный разговор начался в Малом драматическом театре, и было много комментариев, что не было слов после спектакля, настолько было страшно. И у меня было такое ощущение, что уши прижимаются, и вроде бы то, что ты видишь, кажется, что это правильно, это справедливо. Ну, со сцены говорится о том, о чем должно говориться сегодня, это важно. Но в то же время вот над нами, над всеми давлеет какой-то животный страх, что нельзя, не надо. Вот но, видите, как вы рискнули? Но видите, собственно, история называется ведь страх. Страх, любовь, отчаяние. У Брехта даже просто страх и отчаяние. Но мы не для развлечения вставили слово «любовь», потому что на самом деле история напоена любовью не меньше, чем чем-то другим. Тем более, я думаю, что страх и отчаяние мы испытываем тогда, когда способны кого-то любить или что-то любить, потому что иначе за что нам бывает страшно? За то, что мы любим, за тех, кого мы любим. Просто за жизнь, которую мы любим, за свою жизнь, которую мы любим. А Брехт, как бы сказать, кажется такой не любовный автор. Но вот здесь вот в этой газете, я ее не зря с собой притащил, и замечательные стихи Брехта. «Тот, кого я люблю, сказал мне, что я ему необходима. Вот поэтому я и берегу себя. Смотрю под ноги, и при первых каплях дождя боюсь, как бы меня не убила молния». Очень просто и, как бы сказать, почти проза, но фантастически наполнена поэзией и любовью. А то, что страшно, то я думаю, что иногда надо не бояться, не то, что не бояться, иногда надо даже необходимо дать возможность и заставить, потому что дать возможность, иногда бывает недостаточно людей задуматься, и ведь очень важно ощутить себя на краю пропасти. В какой-то мере это, если не залог, то во всяком случае это дает возможность не упасть в пропасть. Понимаете, мы можем закрыть глаза, благополучие, благополучие, идти, все хорошо, все ровно, нет никакого края, никакой пропасти. Mm-hmm. И, ну, упали, ничего тут не поделаешь. Вот тут и замечательно, опять же, слова Брехта.
неправы те свидетели потрясений, которые думают, что чему-нибудь научатся. Пока массы остаются объектом политики, все, что с ними случается, они воспринимают не как опыт, а как рок. Пережив потрясение, они узнают о его природе не больше, чем подопытный кролик о законах биологии. Вот очень не хочется, чтобы человек был, оставался или оказывался подопытным кроликом. Я понимаю, что главный урок истории в том, что из нее не выводят никаких уроков. И все-таки, если есть какие-то иллюзии, которые тобой движут, а театр – это все-таки то, что делается во имя большой иллюзии, сам театр – большая иллюзия, то, кажется, все время все-таки необходимым. Задумайтесь, ощутите. Да, в страхе, в ощущении страха есть желание его преодолеть. В ощущении отчаяния, испытывая отчаяние, мы пытаемся с ним бороться. В состоянии спокойствия мы легко впадаем в летаргию равнодушия. Поэтому мне кажется, что встряхнуть, нам приходилось в этой работе встряхивать себя и очень сильно, и много чего изучали, от самых древних историй, да, естественно, истории, всей страшной истории гитлеровской Германии, много и современной истории. Надо встряхнуть себя, надо испытать потрясение самим. И мы, надо сказать, кое-что испытали в ходе этой работы. Она была очень непростая. Сейчас, собственно, продолжается. Я в какой-то мере согласился на этот разговор во время премьеры не потому, что равнодушен и спокоен, а потому, что мне так спокойнее отвлечься, чем стоять в зале или там сидеть в кабинете. И мне кажется, что и зритель, человек в зале, я не очень люблю слово «зритель», человек в зале заслуживает тоже определенной духовной, интеллектуальной встряски. Потому что если он на нее способен, значит, не все потеряно. Понимаете, почему еще страшно? Вот, например, мне. Потому что если из этой истории вынуть слово «Германия» и заменить его словом «Россия», то мы будем смотреть спектакль про сегодняшний день. Насколько вот верно мое ощущение? Ну, я не хотел бы, насколько вы стремились, да, к этому? Я не хотел бы, чтобы это так буквально воспринималось. Мне кажется, что ведь всякая попытка искусства, если это хоть в какой-то мере попытка искусства, оно обязательно о сегодняшнем дне. Хотя мы все время для себя подчеркивали, что мы ставим, мы разбираемся в истории вопроса. Мы ставим историческую пьесу. Я убежден, что как быть, если бы мы хотели просто одеть всех там в сегодняшние костюмы, было бы гораздо проще и, ну, в какой-то мере более капустнически, что ли. Понимаете? А мне кажется, что это было. Это мы знаем, к чему это привело. Мы знаем, как это созревало, мы примерно можем себе представить, примерно очень, но Брехт довольно точно представляет, что люди испытывали в этом, и как они не верили в то, что они испытывают, и как они не замечали то, что они испытывают. Поэтому для меня очень важно именно изучение истории вопроса. И я убежден, что как только мы попадаем хоть в какой-то мере в правду истории, то мы обязательно попадаем и в правду сегодняшнего дня в той или другой мере. И, что называется, за это ответственности вроде бы и не несем, но, с другой стороны, для этого мы и изучаем историю. Ну вот Брехт, кстати, в 1938 году, когда были написаны эти пьесы, он был в эмиграции уже в Дании, насколько я знаю, и он еще не знал, как не знал весь мир, что случится дальше, что начнется Вторая мировая война, к чему приведет власть Гитлера.
То есть вот это пьеса предчувствия, по сути дела. Как вы... Ну, это писалось в разные годы постепенно, да? И в последний, в общем, уже в 39-м, там уже аншлюс Австрии, да, в последней сцене у Брехта у нас чуть-чуть упоминается. Так что это и есть художественное, это и есть свойство большого художника ощущать то, что еще, и понимать то, что еще вроде бы не понимают. У нас любят говорить, и так нас учили в советской школе, что искусство отображает жизнь. На самом деле я убежден, что искусство предсказывает жизнь, пророчит жизнь, пророчит, напророчил все Достоевский, продолжает пророчить про все сегодняшнее, что происходит с человеком и с человечеством. Mm-hmm. Я сознательно не сосредотачиваюсь только на нашей родине, на нашей стране, потому что это мы сразу сужаем свое представление о жизни. Вот когда я говорю, что мир болен одной болезнью, мир схвачен единой судорогой, каждый пытается из нее выбраться вроде бы по-своему, это действительно так. К сожалению, находясь вот каждый в своем там национальном государственном гнезде, каждому кажется, что у нас как-то что-то вот все-таки по-особенному. Нет, конечно, везде есть свои особенности, но тем не менее и есть гораздо больше общего, потому что не бывает так, что на юге плохо, а на севере хорошо. Чем хуже на юге, тем постепенно становится хуже на севере. Когда мы делали «Жизнь и судьбу», мы для себя как-то формулировали, если где-то есть ГУЛАГ, значит, ты в ГУЛАГе. Если где-то есть Аушвиц, Освенцим, значит, ты в Аушвице, в Освенциме. Хотя тебе может казаться, что это совсем не так, что это где-то в совсем другом от тебя месте, в другой от тебя стороне. Мы сейчас играли в Вашингтоне «Три сестры», и первое, когда мы вернулись, нас встретили, и первое, что там меня спросила одна женщина, очень милая, с которой мы дружим, которая нам помогает часто: а что они там понимают в нашем Чехове? И я даже чуть... Американцы, в смысле? Да, что они там понимают, американцы, пришли? В нашем Чехове? И я даже просто еле удержался, чтобы не взорваться, потому что от этого вопроса я... устал. Они все понимают то же самое, что понимаем мы. Мы были в этом сезоне четвертыми тремя сестрами. Три спектакля уже поставлены американскими, вашингтонскими театрами. И они не устают в этом разбираться, они испытывают все то же самое. Иногда даже острее, чем мы. Потому что, может, менее привычны к тяжелым потрясениям истории. Ну, просто есть какое-то стереотипное мышление, да, и согласно этому стереотипному мышлению, относительно которых нас никто не понимает. Это свойственно очень России, потому что мы все-таки очень долго замкнуто жили. Но вообще и в каждой стране есть удивление от того, что, оказывается, это тоже про нас, и мы это способны понимать. И у нас так же, конечно. Перед тем, как... Когда мы играли «Гадеамус», я помню, и уж казалось, это такой советский спектакль. Ну, в том смысле, что про советскую позднюю действительность, а когда нам в Англии приходили, говорили: ой, это же про нашу армию, наша армия то же самое. Франц говорили: ой, но нас так же издеваются над солдатами. И я думал, что нет, наверное, не так же может быть. Но все равно издеваются. Но сам факт. Все равно унижение в армии всегда существует. А человеку не важно, что где-то унижают чуть больше, чем его. Он испытывает унижение. Его унижение, которое испытывает он, для него всегда самое большое унижение.
И это объединяет его с теми, кто унижен. Перед тем, как задать следующий вопрос, я хочу сделать маленькое отступление. Дорогие зрители, вот у тебя телефон лежит совершенно не просто так. Вы можете задавать свои вопросы ВКонтакте, и часть из них я вот во второй части нашей беседы постараюсь прочитать. Не все, сколько успеем, но вот частично точно задам Льву Абрамовичу напрямую. Хотела я вот за какую мысль зацепиться. Вы сказали, что если где-то существует ГУЛАГ, то и мы в ГУЛАГе. Если где-то есть Аушвиц, и мы в Аушвице. Почему? Потому что допустили? Почему так? Потому что, во-первых, допустили... Существование, допустили не кто-то, а мы. Допустили мы. Угу. Потому что если допустили где-то, значит, может быть допущено и в другом месте. Угу. Вообще мы и они понятие очень относительное и искусственное на самом деле. Они так легко переходят в «мы». А мы, и мы только потом понимаем, что они на самом деле это мы. А во-вторых, если мы живем покойно в тот момент, когда мучают человека, значит, мы гарантируем себе, что мы окажемся в ситуации, когда нас будут мучить, а кто-то будет покоен. Я бы хотела вернуться вот к спектаклю, о котором мы говорим. Меня в нем потрясла, но это свойство вашего характера и вашего театра. Но даже здесь вы нашли возможность для улыбки. В этом спектакле очень много юмора. Насколько вам это было важно? Зал очень смеялся, очень живо реагировал. Очень важно, потому что я сам, когда читал и перечитывал, я сам отчаянно хохотал часто. И Танюше, жене, летом там сидел на балконе, там, где мы отдыхали, и читал, просто не давал ей жить, потому что читал кусок. За куском все время хотелось делиться этим ощущением, ну, как вам сказать, смех же еще по-разному рождается. Самый лучший смех, мне кажется, самое интересное, это от радости узнавания. Какие бы страшные вещи мы не узнавали, но когда мы вдруг узнаем, мы узнаем правду, и узнаем вдруг какую-то точно сформулированную правду про себя, про время, про жизнь, то становится очень смешно. Брехт на самом деле очень остроумный человек. Его немножко, как бы сказать, теоретики занудили. А вообще он был хулиган, и это он во второй половине жизни стал марксистом, все стал излагать, как бы сказать, по-марксистски правильно, хотя в конце жизни снова перестал им быть. А вообще он молодой анархист, битник, хиппи, авангардист, называй как угодно. Новая драма. Абсолютно новая драма, да, для своего времени абсолютно новая драма, которая сегодня остается новой драмой, новее многих новых. В то же время в этом спектакле поднимается очень серьезная тема, о которой сегодня много говорит телевидение, во всем мире причем. Бросаются громкими словами, очень страшными словами, такими как фашизм. В то же время говорят об идее национализма. Вот по вашему мнению, в какой момент национализм, насколько вообще в принципе национализм это хорошая черта, и в какой момент национализм может перейти в фашизм? Что может спровоцировать вот, переход из этого состояния? Вы знаете, вы сейчас меня спрашиваете уже не как режиссера, а как историка, философа и так далее, и так далее. И формулировать. Это целый спектакль. Но да, одно дело спектакль, другое дело брать на себя ответственность за формулировки. Ведь, понимаете, фашизм – понятие более широкое, чем нацизм. Фашизм, который, ну, как таковой родился в современной форме, родился в Италии, не был основан на национализме. Это была только небольшая часть. Mm-hmm. Он был основан прежде всего, явление, был прежде всего основан на так называемом корпоративном
мышления, на мышлении абсолютного единства нации, нации как нечто одного целого, и это одно целое важнее любого его составляющего. То есть ведь все родилось от понятия фашио, да, разные переводы, да, латинские, да. Но в общем основной перевод пучок, да, дескать, одну ветку переломить легко, а вот когда ты связан в пучок, тебя переломить трудно, поэтому ветка, жмись к ветке, и как ветка ты единица ничто, как писал Маяковский. Вот мне кажется, что как только единица оказывается ничто, и чем сильнее понятие и превалирует понятие пучок, там приближается, ну, там приближается фашизм. Он может быть мягкий, нехорошо кидаться этим словом, он может быть мягкий, он может быть вегетарианский и так далее, и так далее, и так далее. Но суть в этом. Нацизм – это немецкая, гитлеровская форма проявления фашизма. Она была построена на идее великой нации и еще больше на идее борьбы с другой. Угу. С другой ужасающей нацией, с другим народом, с еврейством. Это была, мы даже до сих пор не можем себе дать отчет, до какой степени Гитлер маниакально был убежден в этом. В 1944, если не ошибаюсь, году, в разговоре, если не ошибаюсь, с Борманом, в дневнике Бормана записано, он, уже предчувствуя разгром, чем бы это ни кончилось, Европа всегда, мир всегда будет мне благодарен за то, что я избавил его от евреев. Эти вот величия одной нации всегда строится на существовании какой-то другой. Ее можно называть великой, ее можно называть ужасной, страшной, вредной, но на чем-то другом, на враге, уничтожив который, мы освободим и улучшим, освободим мир, себя и утвердим себя. Вот в мире. Вот это такой гитлеровский фашизм. Мне кажется, что фашизм вырастает из любого фундаментализма сегодня, будь это религиозный, будь это на национальный. Национализм очень, мне кажется, немножко искусственное понятие, если честно говорить, потому что мне кажется, что любовь к родине такая естественная вещь, которая не требует утверждения. Знаете, мы же не говорим, но мы говорим материализм от слова материя, но мы не говорим материзм от слова мать. Понимаете, вот я материст, а ты не материст. Я вот так люблю мать, что вот я вот материст и все. Закоренелый. А ты закоренелый. А ты не материст, ты хуже относишься к матери. Ну, я считаю, что хуже, а тот другой считает, что ты хуже. Мне кажется, что это... Ну, есть же хорошее слово патриотизм. Знаете, эта игра почти всегда на том, во что ты не веришь. Знаете, вот опять у Брехта есть замечательная фраза-мысль. Цель им необходима. Цель – это то, во что целится. Угу. Был когда-то анекдот в советские годы. Идет какое-то заседание в Академии ракетных войск, идет доклад о том, как развиваются наши советские ракеты, как они готовы все, значит, победить, а наверху над докладчиком висит большой лозунг: «Наша цель – коммунизм». Знаете, так вот, вот бороться за коммунизм – это значит целиться в коммунизм. Наша цель – коммунизм, значит, мы
все сделаем, чтобы коммунизма не было. Наша цель – мировая справедливость. Значит, мы все делаем, чтобы справедливости не было. Вот это парадокс… Такой большой обман риторики, да? Обман риторики, обман не только риторики. Это обман, конечно, и самоубеждение, потому что все, почти все самые страшные моменты истории рождаются из самых великих заблуждений. Поэтому и говорил опять тот же Брехт, уже если мы сегодня на Брехте сосредоточились, что нет великих исторических преступников. Да, мы говорим, это великий исторический, он был преступник, но он великий исторический преступник. Есть просто преступники. И в одной из последних пьес «Суждение Лукула», кажется, она называется, он написал ее в ГДР, ее там, как радиопьесу, ее подвергли абсолютному осуждению ГДРовские коммунисты, и он после этого вообще замкнулся и занялся только театром и режиссурой. А там происходит небесный суд, и Лукул защищается перед богами и просит в качестве свидетеля призвать Александра Македонского. А боги спрашивают, а кто это такой? Ну как Александр Македонский? Мы не знаем, ничего не слышали про Александра. А что он такого сделал? Он спас чью-то жизнь. Вот у нас, знаете, вот у нас вот, вот у такой-то матери погиб ребенок в войне, которую вы начали. Вы как-то вот, мы можем ее позвать свидетельницей, вы как-то вот помогали этой матери? А про Александра не слышали. Это вызвало жуткий протест в коммунистической Германии. Вы так отказались немножечко от слова, говоря о национализме и о любви к родине. Вы отказались от предложенного мною слова «патриотизм». Это же тоже очень хорошее слово. Что такое патриотизм, как не любовь к родине? Да вообще, а какие плохие слова есть? Ой, их очень много. Ну, какие? Ну, кроме нецензурных. Ну, какие слова плохие? Ну, фашизм. И то, коммунизм, это же стало исторически плохим словом. Понимаете? Опять, сегодня нам трудно оторваться от Брехта, потому что сегодня идет спектакль, о котором я все время думаю. Но, как известно, исторически фашизм возник, как остроумно замечает Брехт, в Италии, как движение, борющееся за исполнение порядка расписания поездов на итальянской железной дороге. Там всегда опаздывали поезда. Вот борьба за маленький порядок движения поездов. Замечательная вещь. Когда в Германии стал потихоньку устанавливаться фашизм, то одно из тем, чем хвастались всегда немцы, это то, что теперь поезда ходят точно по расписанию. Это не значит, что плохо, что поезда ходят по расписанию. Но из очень таких простых вещей, очень естественных, как только за них начинается неестественная борьба, возникает что-то нехорошее. Поэтому есть страна, в которой ты родился, есть страна, в которой ты прожил жизнь, она твоя страна, и любое определение и усиление этого естественного чувства, мне кажется, всегда опасно. Поэтому, да, есть твоя родина. А если это родина, не может быть, не может не быть любви. Но ведь любовь к своей матери, да, к своей семье, к своему отцу не означает ни любви к чужой матери. И вот тут есть разница, понимаете? Если я патриот своей семьи, потому что она лучше, чем все окружающие семьи, то это уже странно.
и вряд ли есть такое понятие патриот своей семьи. Понимаете? Как только любовь к женщине не может означать ненависть к остальным женщинам. Понимаете? И так далее. Поэтому, мне кажется, мы живем в огромном мире перевернутых понятий, в огромном мире, скажем так, сочиненных понятий, которым, другое дело, к которым мы привыкли, потому что это не с нас началось и не нами кончится. Знаете, как же Лукул, Александр Македонский, можно идти еще глубже века, но нагромождали один за другим огромное количество пустых символов, пустых слов, пустых понятий, за которыми может крыться все, что угодно. И чем эффектнее слово, тем чаще что-то страшное за ним кроется. Поэтому замечательно вообще простые слова. Вот Чехов ни разу не употребляет ни слова патриотизм, и даже Родина, мне кажется, один раз употребляет в Вишневом саде. И его в свое время очень критиковали за то, что он не так нелицеприятно показывает Россию, особенно крестьянскую Россию, замечательный цикл крестьянских рассказов, что он вообще не идеологический писатель, а равнодушный, холодный писатель, который просто вот так банально описывает жизнь. А оказалось, что он великий писатель, который сказал о России столько, что до сих пор мир любит во многом Россию благодаря Чехову. Точно так же, как сказал в результате, но говоря о России, сказал обо всем мире. Поэтому простые, мне кажется, хорошо простые слова, то, выражающие то, что они значат. Поэтому вы так часто ставите Чехова? Ну, в общем, в какой-то мере, да. Вот если немножечко все-таки отойти от Бертольда Брехта и обобщить разговор. Жизнь, она вносит свои коррективы. Вот вы ставили Гамлета, параллельно репетировали Брехта. Думаете об одном, делаете другое. В театре 30 лет назад были одни законы. Что-то жизнь заставляет вас менять, в том числе в организации вашего театра? Вот какие-то коррективы извне приходят, которые вы слышите, и что-то все-таки, несмотря на то, что, может быть, вам не хочется это принимать, но вы делаете? Интересный вопрос. Знаете, я бы так сказал, в принципе, это, наверное, будет звучать жутко реакционно и консервативно, но мне кажется, в принципе, мы ничего не меняем. Мы развиваем. Когда началась перестройка, сегодня уже далекая история, то нас все спрашивали, и в России журналисты, и особенно в мире, когда мы стали ездить по миру, а как вы перестраиваетесь? Я все говорил, что мы никак не перестраиваемся. Мы делали то, что мы делали изо всех сил, отчаянно иногда преодолевая огромное сопротивление и опасности. При советской власти перестраивается власть, перестраивается система, перестраивается государство, общество. А как может... Я сейчас не провожу прямых аналогий, упаси Господь, но как мог перестраиваться Достоевский, когда писал «Братья Карамазовы» по отношению, к бесам? Сюжет менялся, он становился немножко другим писателем вроде бы, но он все равно оставался Достоевским. Я сейчас говорю, я не провожу никаких параллелей, я не сравниваю себя, ни наш театр. Но театр – это все-таки ведь коллективный, использую сегодня немодное слово, это художник. И если он художник, он может развиваться только по своим собственным законам. Конечно, какие-то организационные уточнения возникают. Я стараюсь, скажем, читать книги современные по менеджменту, да, и мне интересно,
потому что я, во-первых, много слов узнаю, которых я не знал, и приходят, я в газеты читаю, и сплошь незнакомые слова приходят залезать в словарь, а потом читать книги. Но вы знаете, кроме способа изложения нового, оригинального, более такого рационально модернового, я ничего особенно нового не нахожу. Да? Мне кажется, что на самом деле, да, экономические теории, их очень интересно читать, оказывается, но они скорее, как бы сказать, объясняют некие законы человеческого поведения, чем строят эти законы. Как система Станиславского, все как-то никак не понимают, что он только пытался обнаружить абсолютно объективно существующие законы. Поэтому если артист играет хорошо, то он играет по системе Станиславского. Может, никогда не слышит про систему Станиславского. Он объективно играет по системе Станиславского. Поэтому если у нас как-то что-то организовано правильно, то это вполне соответствует и Леонтьеву, и всем другим великим экономистам. Вот это мы часто не понимаем, что, на мой взгляд, что все-таки наука открывает законы существующего, а не устанавливает законы. А театр все-таки дело интуитивное во многом и построен на таком вечных двух понятиях, как эстетика и этика. Вот очень трудно находить это сочетание, и очень трудно быть верным этике. Я убежден, что без этики эстетика не возникает, не вырастает, не развивается. Это еще одно немодное слово, как вы сказали. Ну вот мы живем в мире модных слов, а спасают нас все-таки немодные понятия. Так и есть. Мне начали писать наши зрители. Вот, например, девушка по имени Юлия Рученко, она три вопроса написала. И я вот бы хотела один озвучить. Лев Абрамович, как вы выстраиваете отношения с актерами вашего театра? Имеют ли артисты право заявить, что свою роль они видят иначе? Или нет? Это к вопросу о перестраиванию, да? Что-то меняется? Мы все время работаем вместе. Если кто-то будет, я стараюсь не пускать никого на репетиции, потому что это очень интимное дело. А посторонних, да. Но вот если кто-то оказывается или окажется, мне кажется, ему часто наши репетиции покажутся то ли пустой болтовнёй, то ли разговором обо всем на свете. Кто-то вдруг рассказывает историю своего детства, тот случай, который с ним сегодня случился в метро. Мы рождаем все вместе. Вот когда я говорю о том, что ничего в принципе не меняется, только сохраняется и развивается, потому что буквально не меняться не может. На месте стоять нельзя. Это закон велосипеда, да, крутить педали, надо, иначе упадешь. Так вот, один из главных наших принципов, который всегда не просто сохранять, это соавторство. Знаете, вот сейчас мы присели на дорогу перед спектаклем и еще раз сказали, что мы не играем роли, мы играем спектакль, что мы даже не играем спектакль, мы просто продолжаем размышления наших репетиции. Продолжаем на зрителей. Вчера на одном, сегодня на другом. Я ненавижу слово премьера, скажем, потому что это такое что-то и шоу все равно зрелищное. Все продолжается. Мы часто возвращаемся к спектаклю. Сейчас в Вашингтоне мы опять репетировали «Три сестры» и очень многое для себя обнаружили, и я еще обнаружил, можно теперь порепетировать еще, потому что годы тебе подсказывают что-то. Вот, как бы сказать, годы, мне кажется, не должны тебя менять, но они должны тебя развивать, выращивать, ты должен все больше и больше чего-то узнавать и
и понимать. Если ты перестаешь это делать, то тут тоже кранты определенные наступают. От Алины Сулименко вопрос. Лев Абрамович, скажите, пожалуйста, что, на ваш взгляд, показывать в театре аморально, в прямом и переносном смысле этого слова? Как? Что, на ваш взгляд, показывать в театре аморально? Показывать в театре аморально? Да, аморально. Вы знаете, мне кажется, аморально в театре, как и вообще где бы то ни было, одно – это показывать зло как добро, замещать одно понятие другим, в любом виде оправдывать зло. То есть обманывать человека, к сожалению, это на самом деле происходит довольно часто. И у нас традиционно, опять вот на примере русской классики, да и не только русской, ведь все на созданное, ну, про литературу рассуждать легче, великая литература в свое время считалась попыткой аморальности. Понимаете? Сегодня смешно себе представить, что мадам Бовари, роман Флобера, вызвал величайший скандал, и он был объявлен самым аморальным автором. Вроде бы в нашем представлении такой свободолюбивый и такой же свободный в отношении любви автором, а его сцена любви мадам Бовари в карете была вершиной почти, как сказать, почти вершиной порнографии литературной того времени. И с тех пор продолжается такое понятие о моральности. На самом деле это великая сцена великой страсти, утверждающая великую любовь и страшную любовь. Потому что большая любовь и страшная любовь – очень все соединенные чувства, как все, что связано с природой человека. А вот убеждать или заставлять верить человека, читателя, зрителя, что ненависть – это любовь, вот это преступно, это аморально. Это очень часто бывает. Оправдывать любое зло, на мой взгляд, аморально. Еще не так часто эта подмена происходит. Ну, скажем, приведу один пример, за который меня могут растерзать, наверное. Мощный, очень талантливый режиссер Тарантино, да, у него есть фильм «Покоривший мир», или, во всяком случае, знаменитый из мира «Бесславные ублюдки». Угу. Вот мне кажется, что это фильм по сути своей аморален, потому что он утверждает, что зло может быть добром. И он уравнивает жертв с палачами. И все равно палачи, который играет замечательный артист, оказывается самым положительным и соблазнительным героем истории. Понимаете? Вот на мой взгляд, это... Опять, я не обвиняю Тарантино, он действительно очень большой художник, но вот мне кажется, здесь происходит, для меня происходит подмена понятий. Сейчас все кинокритики, которые нас смотрят, уронили ручки. Да. От неожиданности. Думаю, ну, я сказал, что это опасный пример, но на самом деле таких примеров немало. Мы же очень часто показываем зло так привлекательно и так увлекательно,
Понимаете, вот говоря о фашизме, его самой банальной нацистско-гитлеровской проявлении, опять я скажу сейчас мысль, которая опять может вызвать желание растерзать, но я убежден, что очень талантливый фильм «10 мгновений», да? Или сколько? 17 мгновений весны с очень талантливыми артистами сделал в свое время в Советском Союзе так много для эстетизации фашизма. И, как бы сказать, и то, что тогда вроде было так революционно показывать фашистов людьми. Ну, вот люди, играли очень хорошие артисты, играли как людей, но вот произошел какой-то перебор, когда оказывается, что уже главное не то, что ты фашист, а главное, что ты хороший человек. И это не так уж, в общем, страшно. А уж не говоря о том, что все это так красиво, да, это красиво и лихо, и элегантно. Понимаете, опять, это, и опять я сейчас не упрекаю ни авторов, ни создателей, ни артистов. Это происходит абсолютно часто бессознательно. Здесь какая-то мера интуиции, твоих собственных убеждений. Все очень трудно соединяется и очень непросто сохранить эту пропорцию. Поэтому я говорю, что вот то, что я сейчас примеры привожу, я вообще стараюсь не приводить примеров, касающихся своих коллег, но просто чтобы было как-то понятно, потому что это очень непросто. А когда начинают говорить, что аморально там нецензурное слово употребить или аморально обнаженное натура, это все, мне кажется, очень банальное, и, мне кажется, нет ничего красивее человеческого тела. Только опять вопрос, все искусство великое, живопись построенная, скульптура построена на человеческом теле. Ведь грязь в глазах смотрящего, мы это очень часто забываем. Другое дело, опять, как это прекрасно используется, если это прекрасно используется в грязных целях, оно опять это становится аморально. А если я говорю о красоте человеческого духа, который воплощен в красоте человеческого тела, что ж тут? Ну, за обнаженку вас тоже ругали в советское время. Да. Это все знают, да, и помнят. Да, мы были первые на этом страшном. И на этом страшном пути. Да, да, да. Очень практический вопрос от моей коллеги Татьяны Баженовой пришел. Лев Абрамович, какова ситуация со строительством новой сцены Малого драматического театра? И изменится ли с переездом на более масштабную сцену ваши творческие задачи, форматы, спектакли? Как-то вы будете менять это? Знаете, я... Есть перспективы, скажем так? Не хотел бы сейчас комментировать этот вопрос. Довольно трудно все обстоят дела. И поэтому я не хотел бы комментариями не улучшать, не тем более ухудшать ситуацию. А поскольку так не просто обстоят дела, то я стараюсь относиться к этому не то что отстраненно. Что я могу делать для того, чтобы это как-то шло, я делаю. Но я не даю себе права подумать, а вот там будет что-то другое или нет. И вообще для себя как-то я, во всяком случае, решили, что мы это строим, театр не для себя. Нам, честно говоря, вот мы обжили этот дом на Рубинштейне, нам его, в общем-то, хватает. Просто очень хочется, так скажем, оставить Питеру какое-то театральное пространство, которое ты представляешь как правильное пространство. Не решить вопрос жилплощади и не построить еще одну театрально-зрелищную коробку. А вот опять я не провожу никаких ни параллелей, не уравниваю. Но вот Шехтель в свое время построил для Станиславского, только это было в начале пути, а не в конце пути, идеальное театральное здание 20 века.
вот лучшую, вот сколько меня ездили по миру, лучшего здания, более пропорционального, более правильного, организованного, отвечающим всем представлениям Станиславского о театре, где каждый момент был продуман, скажем, вокруг зала. Это была революция, шел не паркет, а был шинельное сукно. Нужно было, чтобы зритель не производил звуков. Да, тогда этого никто не понимал, что от бедности, что ли. Знаете, вот все соотношение пространства зрительского и пространства для артистов, все было продумано. Вот нет Станиславского, нет Шехтеля, ну, правда, порядком поперестраивали, и все равно некая магия этого здания существует. Вот, конечно, ни Шехтеля, ни Станиславского не догонишь, но вот мы очень долго, очень много мечтали и работали с Александром Боровским, и потом к этому подключился Михаил Мамошин со своей мастерской, вот, в качестве соавтора, над тем, чтобы представить то, как мы представляли бы театр, в котором бы хотелось бы работать. Пусть в нем когда-нибудь работают другие. Единственное, чего не хотелось бы, это чтобы было построено не такое здание. Вот я всегда говорю, лучше пусть не построится. Чем построиться не так, как хочется. Это как спектакль. Лучше пусть не родится. Знаете, ведь бывает в истории театра, когда выпускаешь спектакль, и вдруг его не выпускают, вдруг закрываешь. Вдруг понимаешь, лучше ему не родиться. Вот это страшно так сказать, но вот, мне кажется, такое количество плохого построено в мире, что увеличивать количество плохого – это увеличивать количество зла. Спасибо большое. Лев Абрамович, пожалуйста. Вот мне тут уже, да, вовсю пишут и говорят о том, что у нас истекает время. Я понимаю, вам нужно все-таки поприсутствовать спасибо. На финале спасибо вашего спектакля. Спасибо большое за то, что вы меня отвлекли от переживаний по поводу спектакля. Сейчас пойду смотреть, чем это все завершается. Спасибо вам огромное. А потом мне интересно с вами поговорить, чтобы действительно чуть подробнее рассказали. Хорошо, обязательно. Огромное спасибо. Вам спасибо. Спасибо тем, кто нас слушал. В следующий раз на другие вопросы постараемся ответить. Спасибо большое, дорогие зрители. Мы с вами встретимся буквально в воскресенье потому что начнется фестиваль Roof Music Fest, и там мы поговорим с Дунаевским оркестром. Это должен быть тоже очень интересный разговор с молодыми музыкантами. Я хочу сказать большое спасибо за поддержку трансляции пабликом ВКонтакте. Интересные события в Петербурге, блок «Фиеста», группа «Современный театр» и «Театр». Огромное спасибо вам за то, что были с нами. Огромное спасибо, Лев Абрамович, еще раз. С премьерой вас. Спасибо большое. С очень грандиозным спектаклем. Спасибо. 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 Ну, действительно, действие, да? Это колоссально, правда. Правда. Спасибо. Я очень давно вас... Я очень люблю ваши спектакли, но чтобы...